Просто я устал от всего. На работе устал. Я хочу найти в себе силы в жизни. Стало уже неинтересно ничего там, там еще очень много этих куч с ветками. Очень сильный ветер, порывистый. Просто какая-то усталость. Да, там мне в комментариях написали, кто-то пишет, переезжаю в Москву, бросаю эту работу. Чел, который купил у меня картины, депрессивные портреты, 500 рублей, пишет, что ты слишком хорош для этой провинции, грубо говоря, что у тебя место в Москве. А еще одна там написала в комментариях, что ты очень такой доверчивый человек, и что Москва большая, а там люди жестокие, ну, грубо говоря, что тебя там съедят. Ну, только так, нормально написала. В принципе, правильно. И написала, скажи это маме, что в Москве тебе не место. Два портрета, автопортрета нарисовал. Один нарисовал трезвый, название растворенный, а второй уже когда темно было, в темноте рисовал. Все, кончилась вода. Здесь обычная вода. Сейчас еще дофига работы. Надо все успеть за сегодня. Уже весь грязный. Что такое весь грязный? Потому что работа такая.
еще когда ветер порывистый, там скомкивает этот мешок, трудно в него накладывать, тогда становится